Всем привет! Ура, ура! Расцвела моя котлейка, самая первая. Я так рада. Цветочки на самом деле небольшие, не маленькие, средние. Но она настолько красивая, она темно-темно-бордовая. Как-то вот сейчас вот эти вот листочки, они бордовые, вот эти фиолетовые. И вот этот вот бордовый. А губа ярко-желтая с темно-темно-бордовой губой. Еще три бутончика на подходе. Вот такая красотка. Пока ничем не пахнет. Она может утром пахнуть, но когда все бутончики расцветут, я обязательно сниму их и тогда уже скажу, есть ли у нее запах. Всем пока!